некоторых моментах в защите не очень хорошо действовали. «Зенит» – прекрасная команда, талантливая, с сильным набором игроков. Вот, поэтому я думаю, что еще предстоит нам анализ игры, и мы уже более четко поймем, в каких моментах нам нужно усиливать свою игру. Мы продолжали придерживаться определенного плана, то есть разница не такая большая, поэтому если бы мы забили какие-то открытые свои броски, игра могла сложиться немножко в другую сторону. Неприятное поражение, но это, наверное, тоже часть игры, часть сезона. Мне кажется, без поражений тяжело пройти весь сезон, поэтому не опускаем руки, идем дальше. Tough game, tough win. Man, great crowd here today. We're just happy to come out with this win. Hopefully we keep moving forward in the month of December. That it was sold out, so I mean we're happy for the support, and we hope that it stays like that for the rest of the season.